Всем привет! Вновь футбол собрал нас у экрана. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция из турецкой суперлиги «Спорт Тото». Как здорово, что играть командам при полных трибунах. В такой атмосфере любая игра становится только лучше. Дождались мы футбола, Георгий. Здорово, что наконец-то пришло его время. И вот состав хозяев. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Гости сегодня в таком составе играют. Три нападающих – это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Много сегодня зрителей собралось, и особенно приятно видеть гостевой сектор. В любую погоду за своей командой следуют самые преданные поклонники. Спасибо им за это. Их поддержка всегда много значит для команды на выезде. Команды начинают эту игру. Поехали! Гости сегодня вполне могут сыграть в привычной для них манере контратак. Расстановка указывает именно на это. В гостях такой вариант наиболее вероятен. Ничего против него сказать не могу. Если у них это получается, значит, так и нужно играть. Гамшик с мячом. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Блокирует удар. Хорошо сыграно. Переходят они в атаку. Эдин Вишча. Пас на Марека Гамшика. Выручает вратарь свою команду. И пробил! Как он это сделал? Прижали они соперника к воротам, и болельщики продолжают их гнать вперед. Получится ли забить после этого углового? Неплохой удар, но вратарь на месте. Великолепный удар. Но и вратарь ведь не просто так зарплату получает. Отличный дальний удар и отличный сейв голкипера. Берет голкипер этот дальний удар без особых проблем. Похитрее надо действовать в следующий раз. В центр штрафной пошла подача. Мяч покидает штрафной. Всем привет! Вновь футбол собрал нас у экрана. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция из турецкой суперлиги «Спорт Тото». Как здорово, что играть командам при полных трибунах. В такой атмосфере любая игра становится только лучше.